Всем огромный привет! Меня зовут Таня, и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня я хотела бы показать вам свою коллекцию карандашей для губ, ведь я обожаю это средство для макияжа не меньше, чем обычные помады. Если вас интересует данная тематика, и вы хотели бы познакомиться тоже с моей коллекцией карандашей для губ, приглашаю вас к просмотру. Ну что, моя коллекция выглядит вот таким вот образом. Здесь у меня 10 разных оттенков карандашей и плюс одна помадка от Essence, тоже в виде такого вот карандаша. И для того, чтобы вам было более понятно, какие же это оттенки, я хочу продемонстрировать вам их все на губах. Начать я хочу со своих самых стареньких карандашей для губ. Это карандаши от марки Vivienne Sabo. Мне кажется, по их размеру уже понятно, что я их очень обожаю. У меня есть карандашик в 202 оттеночке. Это очень-очень красивый оттенок пыльной розы. Вот, им я пользуюсь большим удовольствием, и чаще всего я им пользуюсь, когда я не знаю, чем я хочу накрасить губы. Всегда он идет в ход и беспроигрышно смотрится на лице. И также у меня еще есть вот такой вот 101 оттеночек. Это идеальный нюд оказался для меня. Вот, шла я вообще покупать оттенок номер 202 по совету знаменитого визажиста Марка Кауфмана, но 102 почему-то показался для меня не очень подходящим, поэтому я присмотрелась именно к 101 и ни разу не пожалела. Далее я покажу вам два вот таких вот карандашика. Они уже идут автоматически от марки Нинель. Это испанская марка. Так, у меня есть карандашики, значит, в 305 оттеночке. Это тоже такой очень-очень красивый нюдовый такой розоватый цвет. Вот эти карандашики очень мягкие, они очень ломкие, но их оттенки просто невероятно красивые. И также есть у меня еще вот такой вот 308. Это довольно яркий такой активный оттенок уже. Отлично просто подойдет на осенний-зимний период. Ну и что? Сейчас я покажу вам их на губах. Движемся дальше. Следующим я вам хочу показать вот такой вот карандашик из серии Пастель от марки Диваш. Так, это у меня оттенок 2209, очень красивый, тоже очень яркий, весна, лето, очень здорово. Но мне кажется, он даже осенью будет очень актуальным. Покажу вам три вот такие вот не менее красивые оттеночки от Victoria Shu. Это тоже испанская марка. У меня есть 164, вот такой вот красивый, тоже нюдово-розоватый оттенок. Очень красиво смотрится в повседневной жизни. Дальше есть 163 оттенок. Он такой уже очень яркий, чем-то напоминает предыдущий карандашик от Divash. И тоже такой вот бордовый, благородный 167 оттеночек, который просто идеально будет со мной осенью. Остались всего лишь представители марки Essence. Здесь у меня два карандаша. Один в довольно знаменитом оттеночке 06 Satin Mauve. Так, это такой довольно интересный оттенок. То есть он немножечко дает все-таки фиолетовый. На губах не пойму я, честно, как смотрится, но все-таки иногда наношу. Так, дальше оттеночек 14 Femme Fatale. Это очень красивый красный. Он с синим подтоном. То есть он, в принципе, мне кажется, должен подойти многим. И вот такая вот помада в карандаше. Она тоже такая красная, вишневая. У нее оттеночек 04 краш. Итак, ну что же, посмотрим, как они смотрятся на губах. We'll be right back.
вот коллекция карандашей у меня собралась. Я надеюсь, данное видео вам было интересно. Буду очень рада вашей поддержке. Всем вам спасибо огромное за просмотр. Пока-пока!